Доброго времени суток. Сегодня решил сделать уровень для жидкости, поскольку эта проблема уже не то, что меня касается, многих. И чтобы эту проблему разрешить, я сейчас вам покажу, как это можно сделать в домашних условиях. Ничего сложного. И по ходу, когда буду устанавливать, тоже покажу. Итак, для начала необходимо приобрести вот такие кольца. Это можно только найти, где игрушечный мир. Вот, берем соответствующий. Я выбрал такую. Он более такой. Остальные можно использовать в других случаях. Потом необходимо найти вот такое кольцо магнитное. Думаю, вы знаете, где его снимать. Где вот динамики, да, вот с динамикой можно снять. В моем случае диаметр 32, можно и 25 тоже. Поскольку у меня и труба 32, вот так она будет по мере уровень, когда будет подниматься, и он тоже будет вот так подниматься. Соответственно, он тоже будет здесь подниматься. Ее мы нанесем клей, супер, и поклеим. Если диаметр вы не нашли соответствующий, можно вот порезать. И как бы разделить. Главное, чтобы он туго не заходил. Дальше нам необходимо приобрести геркон. Геркон — это такой радиодеталь, который при возникновении вокруг магнитного поля либо он замыкает, либо размыкает. В нашем случае это нормально разомкнутый. Чтобы ее замкнуть, надо преподнести магнит. Можно продемонстрировать сейчас, что наглядно. Берем любой тестер, ставим где прозвон диодов. Подключение не имеет значения. Вот так, вот так. Преподносим магнит. Понятно, да? Когда магнит замыкает, он пропускает ток. Ну и напряжение тоже. Мы будем использовать вот такой пальчиковый аккумуляторную батарею. Можно так подключить, можно так. И также светодиод. Вот так, да? Вот. Как бы так. Он будет, когда он будет замыкать, включаться. И свидетельствует о том, что какой-то уровень уже достиг. Ну, по ходу дела покажу. Пришлось нарастить, немножко вот здесь подлиннее сделал. Также вот когда резал, здесь ошибочно порезал, пришлось потом соединение сделать. Так что прежде чем что-то делать, надо
7 раз подумать. Ну и здесь пришлось соединение сделать. И здесь это у нас верхняя граница, уровень верхний. А здесь будет нижний уровень. Вот здесь. Берем вот так. Ставим уровень. Делаем отметку, отступаем, вот уровень. Полностью завершил. Единственное осталось вокруг забетонировать. Также здесь провода закрыть. Вот как он выглядит. Это у нас нижний, средний, верхний. Когда верхний уровень достигнет, он будет мигать. На этом, пожалуй, все.